пошел же к отцу. Иди, братья мои, и скажи, восхожу к отцу моему и отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Thank you.
Восходит к Отцу светлая седмица, ликует природа, ликует небо и земля, ликует церковь земная и небесная. И по традиции я хочу предоставить слово руководителю нашей епархии, отцу Игорю. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, поздравляю с этим великим и знаменательным днем. Может кто-то сказать, что праздник уже прошел, но по церковной традиции, по уставу, мы еще 40 дней каждого друг друга призываем, чтобы человек, мы встречали друг друга этими восклицаниями. Восклицаниями жизни, ибо мы знаем, что Господь пришел в этот мир, чтобы соединить человека с Богом. Мы знаем о том, что через грехопадение человек отдалился от Него, но все же, чтобы омыть этот грех, Бог стал человеком, воплотился, родился, и этим знаменательным событием Он поставил точку своей проповеди. После проповеди, после исцеления, после воскрешения, после своей смерти Он победил смерть, чтобы нас соединить с Богом. И мы все с вами можем к Нему приобщиться через исповедь, через покаяние, через таинство смерти. Дай Бог, дорогие братья и сестры, хотел бы вам пожелать, чтобы Господь дал нам силы, здоровья, мира и помогал нам в жизненном пути. Праздником! Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо! Что, конечно, ничем не заменить радости пасхальной ночи. Именно в пасхальную ночь нет времени, и мы себя ощущаем и у гроба вместе с мироносицами. Мы и встречаем Господа, который идет, и его не узнают его ученики. То есть все в эту ночь повторяется так же, как 2000 лет назад. Но сегодня нам хочется нашими земными талантами восхвалить Господа нашего Иисуса Христа. Это будут делать, как вы видите, уже и взрослые, и дети. Поэтому радуйтесь и веселитесь вместе с нами. Христос воскресе!
скажу, чаручьи бегут, и звонким смехом быстро рвут зимой скованные цепи. Еще задумчив темный лес, не веря в счастье пробуждения, проснись, пой песни воскресенья, Христос воскрес!
мир православный вторит. Христос воскрес, и к небу солнце сходит. Христос воскрес, своя колокола. Христос воскрес, и вера в нас жива. Христос воскрес, взлетает голубь белый. Христос воскрес, и мы с насущным хлебом. Христос воскрес, даруя нам прощение. Святою Пасхой вас, Христовым воскрешением!
живем в необычное время. Может быть, даже мы не осознаем, какое у нас время. Западный мир, который полностью уже отказался от всех православных ценностей, все сильнее и сильнее скатывается к сатанинскому либерализму. И единственная страна, которая противостоит ему, это Россия. Ну еще, может быть, Сербия, вот вы видели танец как раз сербский. И, конечно, для нас разрушение русского мира – это самое больное, что только может нанести нам западный мир. Русские, украинцы, белорусы – это один народ. Это неделимый народ. И поэтому, несмотря ни на что, мы будем считать себя частью русского народа. И украинцы, и белорусы, и все те, кто проживает на территории бывшего Советского Союза. С большим удовольствием я приглашаю на сцену ансамбль украинского, русского, украинского народного центра. Видите, оговорка правильная. Встречайте.
сияют небеса. Высота и красота, а по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. Мы от солнца не отстанем, Пасху красную прославим. Пусть ликует там и тут православный верный люд.
много слов на святых. Россия светится, вся рассвета золотых, в звездах, в ярком месяце. Счастье, радость и печаль на голос положена, и уносит сердце в даль, звуком заворожен.
миротворно горницу мою, по вечерам закатывалось солнце, как весь простор небесный и земной дышал в оконце счастьем и покоем, и достославный веер стариной, и ликовал под ливнями и зноем. Привет, Россия, Родина моя, как под твоей мне радостно листвою, и пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих пенье хоровое. Троицкая ярмарка. Встречайте наши концерты.